царство небесное, главный хранитель парка. Она, несмотря на то, что оставались остатки, фрагменты натурной скульптуры, и был воссоздан в мраморе скульптура орла, все-таки сделали копию гипсовую и поставили, чтобы гайчинцы привыкли к этой, так сказать, возрожденной статуе. Ну и вот к этому времени ее действительно тоже разбили. Поэтому вот подлинная и восстановленная до сих пор в фондах. Ну и сейчас, как я знаю, из мраморной крошки вновь сделали копию. Вот. Ну вот прошло сколько уже лет, с 1970 года. Я присутствую на втором открытии. Ну, надеюсь, что мы доживем до восстановления Чесменского обелиска, который тоже связан с Григорием Орловым и в честь, так сказать, славной победы.